Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск. Там открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску. Я уверен, что наши ульяновские спортсмены будут достойны своих великих предшественников. У нас есть олимпийский чемпион, бронзовый призер Олимпийских игр, много чемпионов мира и Европы, заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России и РСФСР. И у нас впервые появляется вот такое прекрасное здание, такой ФОК, где мы сможем не только тренироваться, но и проводить соревнования областного, регионального и даже всероссийского уровня. Я начал заниматься в 65-м году. После войны-то прошло всего там 19 лет. Занимались в городе вообще в полуподвале. Только потом уже в «Динамо» построили зал более-менее. И за ширмой один ковер был. И там мы занимались. Условия нужно постоянно развивать. И мы развиваемся снова со временем. Современный зал, конечно, он шикарный, да, высокие потолки, много воздуха, большое пространство. Он мультифункциональный, здесь может развиваться не только греко-римская борьба. Огромная заслуга нашего руководства Ульяновской области, и я думаю, что этот комплекс не будет последним.